В нашем альманахе очень много детских работ. И не просто детские работы, а это работы 6-7-8-летних авторов. Это их первые, наверное, стихи, которые напечатаны в бумаге, в альманахе. А поскольку это их первые работы, то они сохранятся у детей на всю жизнь. И листая альманах, дети будут видеть не только свои стихи, но и работы уникального человека. Василия Федоровича Мазаева, воина-фронтовика, который до своих 100 лет, не дожил год, оставался в строю, творил. И это очень важно, что будет передача эстафеты памяти от наших прадедов к нашим детям.